Всем привет! Продолжаем проходить игру Сома. Вот уже сбежали из больнички, точнее телепортировались чудесным фантастическим способом. Оба. Теперь закрыто. Куда тут? А может баллон кидануть? Чтобы прыгнуть, нажмите Space. Тут, в принципе, можем... Наверное, любым предметом расшибить. Ну. Еле вылез. Что-то тут стремновато как-то. Откройте. Ну это, по-моему, уже у него началось это там воспаление мозга после сканирования. Обострение. Попал в какую-то непонятную подводную лабораторию. Там мозг появился. Это, наверное, автосохранение. Так, терминал, ни хрена тут называться. Пойди туда, не знаю куда. Понаделали тут лабораторий. Всяких лабиринтов. Карл, все идет лучше, чем мы думали. Они не могут открыть двери. Чем больше ты запечатаешь, тем лучше. Ты фабрику оцепил? Да, большую часть удалось закрыть. Сейчас иду закрывать центр связи. Только не забудь сейчас ставить путь отхода. Не бойся, я тебя доставлю на Тету в целости и сохранности. Понял, увидимся в лагере. Как я это сделал? Как? Вот на кнопочку нажал, вот на эту. И послушал аудиозапись. Это туалет. Че тут? Надо туалет прошмонать. Ну-ка. Закрывай. Какая крышка упрямая. Не хватит ложиться. Блин, а хреново тут название не перевели. Чё это за дерьмо бежит? Расческа. Сейчас чесаться буду. Холодильный газовый аппарат.
консервы сожрали. Дайте мне фонарик. Тут, кажись, делать нечего. Вот еще одна комната замурована. Тут люди от кого-то спасались, двери замуровывали, а он такой тут пришел и все тут размуровал. Че такое? Какие-то глюки. Или что это? Его от вида этих роботов колбасит, что ли? Это как в амнезии смотреть нельзя, а то начинаешь с ума сходить, когда смотришь на этого, на врага. Оба. Падла. Это херня живая. Роботы захватили станцию. Ты можешь говорить как остальные? Что с тобой такое? Хочешь структурного геля? Ну, конечно, хочешь, как странно, ничего не понимаю. Сейчас я тебя отключу, хорошо? Ты просто меня пугаешь до ужаса. Так что я тебя отключу. Вот дерьмо. А? Он ушел? Тут два игла. Что за дерьмо? А вон еще наверху. Да их тут больше, чем один. Этот-то куда-то тут стоял, смылся. Вправо-влево можно смотреть. Чик. А вот он. Дверь расколотил и бежал. Тут
чё. Чё-то тут шевелится. Терминал, машина, брекром. Ноль третий. А где кусачки взять? Ну блин, чтобы присесть, нажмите CTRL. И будете присядку меньше издавать шума. Кто здесь? Сожрали. Херня какая, а? Что тут творится? Выдернули, кто-то провода перегрыз. А ну-ка, надо тут дверь посмотреть. Там же замок снимался. Кого-то сожрали. Масло бежит. А это что, футболка? Или не футболка? Спокойно. Тут вроде бы все чисто. Где пока что чисто. Мастерская. Что за ключик? Открыть список предметов тап. А мне то этот. Омни-инструмент какой-то. Омни-инструмент. Это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам, а также интерфейс управления ими. Схему омни-инструмента обходит алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Ну, какой-то ключик, значит. Ключик от всех дверей. Типа как-то так. А, вот на шкаф прошмонать. Наверное, тут больше ничего и не будет. Обалдеть. Какого хрена? Там кто-то есть.
А если сейчас придет? Черт! Что там вверху надо посмотреть? Какая-то вентиляция. Да капец, это тут понаделали тут все в дверях. Сим-сим, откройся. Чё там, чё? Запрещен? А почему? Куда его тогда использовать? Тушитель, тушидовый. Или где-то в начале раунда. Что-нибудь похожее было. Кто-то там шевелится, а? Ходит там. Это тут начало комнаты. Ага. Какая-то херню. Идет чтение. Служебная консоль. Активирована. Статус системы. Тра-та-та-та-та, иди. Так. Как тут чё? У меня инструмент. Управляющий чип. Ваш инструмент находится в отличном состоянии, но в нем отсутствует управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете покинуть доступ к наладочному набору, а значит, вам не хватит прав, чтобы покинуть станцию. Чтобы восстановить права доступа, ставьте чип и запустите процедуру обновления. Чип не вставлен. Как не вставлен? Я же что-то сейчас затолкал. Я знаю, вам сказали, что наладчики получат полный доступ ко всему, ко всей станции. Я не хочу, чтобы взломились какой-нибудь в карантинную зону и разнесли повсюду вирус или что-то вообще такое. Вы сможете делать вот что. С помощью открывать любые двери. Если дверь не открывается, значит что-то не так. Либо у вас доступ ограничен. Вставьте в Omnibox терминал. И может быть прокатит. Или найдите другой способ, вы же инженер. Следите за своим снаряжением. У меня есть кабинет на Тете.
Так, и что тут? Это было. Как обновить? Почему-то кнопка тут не работает. Или что-то тут поставить. Или что-то вынуть. Так, что-то вставил. Да блин, опять не то нажал. О, обновить появилось. Обновлен код доступа к инструментальному чипу. А, давайте все выкинул. Давайте все коды перепрошьем. Какие только возможно. Надо положить на место, а то пригодится. Теперь пойдем обратно. Сейчас кто-нибудь нападет, все по-любому напугает. Кто-то тут шевелится. Куда убежал? А, смотрите-ка. Он сетку выломал. Да вообще иди. Ну-ка. Все-таки, наверное, надо проверить. Что тут за комнатушка была? Понятно. Это начало уровня было. Давай закрывай обратно. Подумай о своей безопасности. Лаборатория. Эм, ты здесь? Я здесь.
готова к прибытию, да. Рыбками ты можешь поливаться на тете. Я буду скучать. Мы здесь поработали столько лет, неужели чуточку скучать не будешь? По электростанции полной взбешившихся машин, нет, я не хочу. Как закончишь с дверями, возвращайся. Это какие-то рыбы, акулы. Все как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Ну тогда вообще какие-то рыбы, не рыбы. Они вернулись в черном геле теперь, бедные рыбы. Сколько там метров, интересно, эта станция находится на глубине? Компьютер сломанный. И почему-то у него тут алфавит какой-то в иероглифах. Так. Тут опять, как всегда, куча направлений. Пойди туда, не знаю куда. Тут ходы, тут ходы, туда ходы. Вы можете помочь? Вот она опять. Дерьмище. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Оба. Кусается. Вместо меня. Хо-хоу. Не стой. А, что это было? Что за дерьмище? Теперь уже не больно. Это что за биомеханоиды? Ходов опять. Взялось, да, оно и открылось.
Роботы. Или кто вы там? Где вы? Да блин, а, ползи быстрее. Станция контроль. Там кто-то кого-то жжет уже. Масло бежит. Шевелится кто-то. Эй, ты кто? Hey, can you hear me? Вы меня слышите? Они что-то тут занимаются своим делом. Сейчас я тебя починю. Не хочет выключаться. Радиосигнал заблокирован, недостаточно энергии. Они всю энергию, походу, выкачали. Надо отключить. А чем отключить? А, вот. Не надо говорить такое. Эй, Эйк присоздался. Мне это нужно. Почему? Все хорошо было. Я была счастлива. Включайся. Что-то написано. Ручной порядок загрузки. Что-то заработало. Подача электричества пошло. Ух ты. Система связи включена, дверь открывается. Что происходит? Тут кто-нибудь есть? Эй, вы меня слышите? Что происходит? Я тут типа очнулся как-то. В комнате там сиденье было, шлем. Правда, как вас зовут? I'm Simon Jarrett. And what are you? Чёртовы передатчики, где вы сейчас? Where are you now?
Где-то электростанция, то ли трансформаторная. А вы, наверное, где-то на ТЭС. Вам подняться по лестнице в конце связи, комната с куполом будет. Что тут вообще за дерьмо творится? Эй! Извините, я не слышал, мы потеряли еще один передатчик. Вам надо наверх, центры связи. Йоу-ху. Да тут есть живые люди, оказывается. Еще не все роботами завоевано. Где-то тут шмонается, ходит. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля, я не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено общественному инженеру по эксплуатации Волчок. Да как, типа масло, гель. градусов. Ну что же, пока тут и остановимся. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, ну и подписывайтесь на канал. Всем пока!